Вітаю вас сьогодні у європейським антикафе, коли ми тут зібралися у антикав'ярні. Да? Мене звуть Наталія Васильєвич, і я представлю нашого сьогоднішнього лектора і його на лекцію. Сьогодні перед нами буде виступати професор з Польщі Войцех Пшибильський, головний редактор журналу «Республіка Нова» і «Вишеград Інсайт». Сьогоднішня лекція, вона буде присвячена релігії в Європі, процесам секуляризації, десекуляризації, постсекуляризму. І хочу вам нагадати, може, ось наступний місяць, у початку місяця буде у Мінську, стане столицею діалогу поміж православною і католицькою церквою. Приїде дуже шмат європейських єпископів, католицьких 12 з католицького боку, 12 з православного боку, які якраз будуть розважати на ту ж саму тему, яке зараз місце релігії у Європі і який це виклик для церкви. Сьогодні ми послухаємо хоча й такий погляд науковця, погляд аналітичний на це питання. Тому я прошу Войцеха почати свою сьогоднішню лекцію. So thanks to Olga and Alexei and Nova Europa team for the invitation. I'm really glad that it worked out. We've been talking about this for a year or so. Дуже благодарен і Ольге, і Алексею за те, що ця лекція наконец-то відбувається, тому що ми говорили вже приблизно 4 роки, наконец-то вона організована. We wanted to do some projects together before, and we did actually in the Free Speech Partnership. This is a program of Respublika, my journal. This program is connecting editorial teams from across Eastern and Central Europe to meet, exchange ideas, and to start up new undertaking. Уже были общие проекты, связанные, которые происходили в рамках Республика Нова. Это журнал, которым редактором является Войцех. И само это издание представляет собой площадку для обмена идеями между журналистами Центральной и Восточной Европы. So we usually also pick themes, but we haven't picked on religion and secularism yet. So far we discussed the role of modernization that happened in Kiev in October, where about 60 editors from Central Eastern Europe came, and we were involved in a discussion on the meaning of what does modernization mean to different societies in the neighborhood. В рамках проекта Республика Нова обсуждалась роль модернизации в восстановлении государства. Также обсуждались события в Киеве, это актуальная тема. И данная тематика пользовалась очень широкой популярностью. This year we're going to meet again in Sopot. I see a recording from Sopot. We're not going to sing there, but we're going to invite again editors to discuss questions of culture as an excuse to take political action. And next year we're going to discuss the topic of post-imperialism. В этом году в Сопоте также пройдет встреча редакторов. Будут обсуждаться такая тематика, как культура, как предлог для политических действий. И также в следующем году тема встречи будет постимпериализм. And ending this advertisement line, I'd like to say why we do it, and we do it to get better understanding, at least in Poland, of what is the public debate in the neighborhood countries about. This notion, we've lost this notion, I would say, 25 years ago. We gained many things, but this is one of the things, how to reconnect and get better understanding of each other. Чтобы закончить эту рекламную 5-минутку,
Войтех хочет пояснить, для чего проводятся все эти семинары, открытые дискуссии, для того, чтобы понять, на чем основываются политические дискуссии в странах, которые, с которыми соседствует Польша, что волнует общество в этих странах. И примерно 25 лет назад все это началось, и за эти 25 лет произошло много всего, и в обществе происходит много интересных вещей, которые требуют обсуждения. Let's get to the point. I was invited to speak on religion and secularism in Europe. And this is a strange topic. It is a strange topic to Belarusians, and I think already it's a strange topic to discuss among Poles. But still, I think there is it's very relevant to discuss it today. Но вернемся к основной теме сегодняшней встречи. Войтех будет говорить о религии и секуляризме в Европе. Возможно, кажется, что это достаточно странная тема для обсуждения, особенно для поляков, однако, тем не менее, он считает, что есть очень много причин, почему это следует обсуждать. Just to make you aware why I'm interested in this topic and I have something to say, is that I've been doing research on political ideology in the 19th and 20th century, and it's how it is rooted in religion, in the concepts of the religion and the concept and the religious ideas. Чтобы пояснить интерес Войтеха к этой проблематике, следует отметить, что Войтех проводил определенные и научные исследования в этой области. Он изучал религию и идеологию 19-20 столетия и то, как политические идеологии основываются на религиозных идеях. So I will claim that religion is underpinning European public debate and European politics until today. И следует отметить, что религия оказывает значительное влияние на политическую жизнь и политические дискуссии в Европе сегодня. And that may seem awkward or contrary to common belief, because the mainstream debate is about setting limits and setting boundaries to religion. И может это показаться несколько странным и несколько неправильным, потому что кажется, что сегодняшние политические дискуссии основаны на том, чтобы, наоборот, ставить какие-то границы именно религии. Also, since 19th century, we've been considered as European nations to follow the path of secularism. And perhaps this path has already begun in the 17th century, in the 17th century with the Westphalian peace treaty and the end of religious wars in Europe. Считается, что примерно с 19-го столетия европейские страны следуют пути секуляризма. Однако вполне возможно, что начало этого пути положено еще раньше, после подписания Вестфальского мира в 17-м столетии, после окончания эпохи религиозных войн. So, let's skip the history lesson here, and let's focus on the more or less contemporary Europe. The question of religion arised already when the new countries of Europe, new member countries of European Union, were about to enter the European Union. Вопрос религии возник, когда новые страны-члены присоединились к Европейскому Союзу. Poland, Slovakia, and Hungary were all being portrayed, and they declared themselves as religious societies and pious societies in general. Польша, Словакия и Венгрия рассматривали себя и презентовали себя как религиозные общества, и на самом деле такими являются. With the exception of Czech Republic and Czech society, that has a traditional distance to religion, and in particular to Catholicism. They even have a special term for their affection with Catholicism. They call it defenestration.
Все это распространялось на новоприсоединяющиеся страны к Европейскому Союзу, исключением Чехии, которая несколько дистанцируется от религии. У них даже есть специальное слово для описания их позиции по отношению к религии. And the term comes also from the religious tensions and the process in the municipal council of Prague, when Catholics were expelled through the public space, literally through window. Термин, который описывает отношение Чехии к религии, можно описать как выкидывание из окон, и исторически связан с тем, как католическая часть в муниципальных органах власти просто выкидывалась из окон в ходе горячих политических дискуссий. But in 1989 and in 2004, when the countries were on their move to join Europe, they were getting their freedom and trying to set a path to integrate with the European Union. One of the main themes was how these countries will try to reconnect their traditional religiosity and the European, already liberal and secular practice of the public sphere. Для стран, которые присоединяются к Европейскому Союзу, было очень важным понять, как будет интегрироваться их возврат к религиозным традиционным корням, а также либеральные европейские ценности светского общества. And there were two things, two arguments on the stake. One was that with regaining freedom, the important role of religiosity that was pushed back under the Soviet rule was regaining its momentum. So people were demonstrating at the beginning of the 1989 how religious freedom is important to them, and they didn't want to repress it back to the private zone. В обществе существовало две основные точки зрения по поводу религии. Во-первых, первое заключалось в том, что после того, как долгое время религиозность и приверженность религии подавлялась во время советского строя, возвращение к религии было достаточно естественным, и это была свобода проявления, свобода осуществления религиозных прав. The second was the politics of Vatican and the politics of John Paul II, who was emotionally and on all levels advocating for uniting the Europe and with the unification of Europe to bring back the topic of religion to public life. С другой стороны, была позиция Ватикана, также личная позиция Иоанна Павла II, который очень много сил приложил к объединению Европы и в объединенной Европе поднятию вопроса религии на достаточный уровень дискуссии. I would say that this had its one climax when the European Constitution has been drafted, and this climax happened after 2004, when all the countries that drafted the European Constitution could not agree on whether to put specific reference to Christianity or to Judeo-Christian religion in the preamble, in the opening of this new constitutional treaty of Europe. Одной из основополагающих точек в этой дискуссии, можно сказать, написание Конституции 2004 года, когда страны, входящие в Европейский Союз, долгое время не могли прийти к общей точке зрения по поводу того, является ли христианская или христианское иудаистское наследие основным и общим для всей Европы. Again, this had many reasons that I'm not going to now elaborate on, but the outcome of this was that we don't have a reference to this
But we have a sort of compromise to relate to religion and humanism in the and philosophy as three main sources of feeling European, of the European identity in the constitutional treaty. И таким существует много причин, описывающих и такую нерешительность стран членов Европейского Союза, на которых Войцех не будет останавливаться. Однако таким был достигнут некоторым образом компромисс, и религия, гуманизм и общая философия стали теми общими основами, на которые отмечены в преамбуле Конституции Европейского Союза. This was on the field of, in the field of politics, but it was also fervent debate in the countries, in all of the countries, more secular societies or more pious societies. This was the issue of public debate, mutual mistrust or distrust towards each other, and eventually of, basically, I would say, a failed project of a common European constitution. И это то, что касается политического аспекта религии. Однако просто на уровне гражданского общества, на уровне каких-либо дискуссий в самом обществе, решение этого вопроса, вопроса религии, стало весьма проблематичным. И еще более осложнил тот нюанс, что Конституция Европейского Союза также не стала общей. This was from the political or social side. From the intellectual point of view, this was the moment when one of the most interesting debates in, I would say, in philosophy, has taken place between then Joseph Ratzinger, later Benedict XVI, the next pope, and Jürgen Habermas, one of the most liberal and secular philosophers of the 20th and still 21st century. Все это происходило в политической и социологической сферах, однако происходящие события также получили огромное влияние на научные дискуссии, которые происходили в это время. К ним присоединились многие ведущие философы и ученые современности, например, Юрген Хабермас. Just to I'm not sure how theoretical do we get in. Дискуссия важнейшая была между Ратцингером и Хабермасом. Ратцингером до того, как он еще стал папой Бенедиктом XVI, между ними им будущим папой и одним из таких секулярных либеральных философов Юргеном Хабермасом была такая важная дискуссия. Okay. Еще была дискуссия между Умберто Эко и кардиналом Мартини. There were many, but what I'd like to point to is this particular one. Habermas was advocating for deliberative democracy, having decisions in politics being taken by as much participation and deliberation among societies, within society, within communities, to reach the best possible, that is the most consensual result, the most consensual decision at the end. Вот я согласна, что было много дискуссий по этой теме. Он акцентировал свое внимание именно на это, которое было между Ратцингером и Хабермасом. И Хабермас говорил о том, что все политические общества, политических системах, решение принимается наилучшее решение, то решение, которое ведет к наилучшему результату. То есть самым правильным и самым ожидаемым является то решение, что приводит к наилучшему результату. And for most of his time, he argued rationally that religion should not be taken into account in this process because it distorts the rational process of debate. И логично отсюда предположить, что он отмечал о том, что религия не должна участвовать в этом процессе, так как она не является рациональной, и она лишь искажает процесс принятия решений. Ratzinger, on the other hand, as you may suspect,
was fiercely, for most of his time, defending the Catholic doctrine. Ratzinger, с другой стороны, защищал католическую доктрину. But in this time, at the time of the Constitutional Treaty, and basically in 2004, they reached, or they came very close to agreement. Но во время подписания договора о Конституции в 2004 году они пришли практически к соглашению. But the agreement was not about the Constitution. Ну, соглашение между ними было не о Конституции. The agreement, or this twilight zone, where they could possibly agree, was on the role of religious ideas that are pre-political, that happened before politics, or they are fundaments or sediments of politics. И вот та общая точка зрения, которую они нашли между собой, заключалась в тех идеях, которые были до политики, на которых основывались политические взгляды и политические решения. So Habermas, surprisingly, was able to say that in order to maintain not only a rational debate but solidarity, there must be something of sort of metaphysical, sort of religious. Habermas, удивительно, но признал, что для того, чтобы поддержать политическое согласие, должно быть что-то больше, что-то метафизическое. Because if you rationalize all the arguments in a public debate, in how people decide about their lives and societies, you may end up in reductionism, alienating individuals from the society. Потому что если оценивать только на национальной составляющей политических взглядов, политических решений, это может привести лишь к тому, что различные точки зрения будут противопоставляться друг другу. Even more surprising was Ratzinger. Но Ратцингер сделал еще более удивительным. Because he said that he sees the importance of the rational to control religion. Он отмечал, он увидел важность рациональной составляющей для того, чтобы контролировать религию. Because he saw the dangers, and I think if anyone followed his performance as a pope, you could see that he's not the charismatic person who likes the crowds and enjoys folk religiosity. Ратцингер осознавал опасность, которую может принести религия. И если вы наблюдали за его деятельностью как папы римского, то, возможно, вы отметили, что он не тот человек, который любит толпу, любит общение с большим количеством людей. Проявление религиозности, народные такие проявления религиозности. So, let's stop here. Of course, I would just say that there is much, and I would say more and more revived theoretical discussion on the role of religion in politics today. Some some call it political theology, relating to another theorist, Carl Schmitt, where he was searching for sediments or the structure, the religious structure as a basis for political structure. Перейдем к другому философу и ученому Карлу Шмидту, который рассматривал религиозную структуру как основу для политической структуры. But I wanted to say that it's not about Carl Schmitt. It's more that people started to reflect upon the role of religion in supposedly secular democracy. Все больше и больше людей присоединялись к данному теме для дискуссии. И одним из таких был Карл Шмидт. Okay. But more interestingly, much has happened within Europe on the questions of religion
and state, the relations between religion and state. Очень много интересных вещей происходило внутри Европы и на уровне государств, то есть на уровне взаимоотношений религии и государств. One of the most significant impulses for that, triggers for that, was of course the attack on the World Trade Centers in the United States, which brought about debate about fundamentalism and the role of religious motivation in political action. Одним из таких импульсов к подобным дискуссиям явились события 11 сентября во Всемирном торговом центре в Штатах, которые способствовали возникновению дискуссий по поводу вопросов постфундаментализма. The role of other faiths, as well as the role of other faiths than Christianity, and the role of atheism as a preference, as a social individual and social preference in society, has come to public spotlight in a debate. Фокус общественного интереса вошли вопросы разнообразных религий, а также других религий, за исключением христианства, а также вопросы возможности атеизма как предпочтений конкретного индивида. And so, and I think this history is well known to everyone of us. There were political parties in Europe being formed and having emerged against Muslim population. Как вам, возможно, хорошо известно, в Европе существовали политические партии, которые возникли как протест против мусульманского населения Европы. And there was voting in a referendum in Switzerland on whether, as well as voting and court decisions in France, on whether to permit religious manifestation in public spaces, in public space in general. И в Швейцарии проходил референдум, а также проходило голосование во Франции, а также были приняты ряд решений по поводу того, разрешать ли публичное выражение религиозных взглядов. Those were usually against religion. Это было против религии. Or rather, against manifestation of religion in public space that should remain secular. Или, что более точнее, против публичных выражений религиозных взглядов. И, то есть, выражение религиозных взглядов не должно было проходить в публичных местах, в публичном месте. And again, it seemed that everything is on the same track of more and more secular and progressive Europe. Таким образом, мы видим, что все это происходит, все это делает Европу все более и более светской. But more and more, or more often and more often, we hear from individual political leaders how they want to manifest their relationship with Christianity or God or any sort of religion. Однако все чаще и чаще мы слышим от различных политических лидеров их взгляд на проблему религии, их отношение либо к определенной религии, либо к Богу. It would not surprise us in the United States, where they often have the reference to God in every possible speech. And recently, they had a Supreme Court order allowing for a prayer before municipal council municipal council meetings. Это все было бы неудивительно, если бы речь шла о Соединенных Штатах Америки. Как мы знаем, там обращение к Богу вполне возможно практически в каждой публичной речи. И, возможно, вы знаете о недавнем решении Верховного Суда, который постановил, что молитва перед заседанием муниципальных советов – это обычно, это нужная вещь. But
already in recent months, you could hear from Viktor Orban, and over the last 4 or 5 years, from Viktor Orban, the leader of Hungary, how important Christianity is in his political project. За последнее время вполне можно было слышать от лидера Венгрии Виктора Орбана о том, как важно христианство. Together with his unorthodox or controversial policy making, he was, together with his claims, put in the corner of European public debates. И это несмотря на его достаточно противоречивые политические решения, он задвинул в угол общие европейские точки зрения по этому вопросу. It seems also that he has discovered this Christianity as a tool for political marketing only several years ago. И кажется, что он осознал, что христианство может стать прекрасным инструментом для политического маркетинга лишь несколько лет назад. But how strange was when James Cameron recently also declared that it was Jesus Christ's project to invent big society. Недавно Джеймс Кэмерон упомянул, отметил, что также обратился к теме религии, отметил, что именно Иисус Христос изобрел большое общество. And James Cameron said of himself that he's just literally cleaning pipes to let the Christian message come through with the big society concept. И Джеймс Кэмерон говорил о себе как о человеке, который прочищает трубы для того, чтобы религиозное сообщение достигло общества. Now, this is funny on one hand. On the other hand, it is very closely related. If you think of the concept of this big society that Cameron runs his political campaign, his political party on, it is deeply rooted on the Habermas-Ratzinger debate. С одной стороны, это несколько забавно, однако, с другой стороны, если рассматривать этот вопрос шире, то все это вполне вписывается в концепцию большого общества, на которое строит свой политический дискурс Джеймс Кэмерон, и это также связано с дискуссией, которая имела место между Хабермасом и Ратцингером. So the big society concept of Cameron is to re-empower society and communities to take action, to engage in voluntary action, to be more active on the job market as well as in politics, to reinvigorate the British society. Концепция большого общества, которую продвигает Джеймс Кэмерон, заключается в стремлении реактивировать общество, сделать его более активным, как на рынке труда, к примеру, так и в области принятия каких-либо политических решений. I'm not saying it is successful or not. Не говорится о том, удачная эта попытка или неудачная. But it's a constant message since this guy has been at Browning Street 10. Но данная идея продвигается с тех пор, как Джеймс Кэмерон занял свой пост премьер-министра. And there is an effort to implement it. И вполне возможно, что он обладает достаточными, он производит достаточные усилия, чтобы имплементировать данную идею. These are just some examples, and we could continue to discuss. Maybe we can continue to discuss what are the recent ways that religions comes back through backdoor or front door to European political debate. Лишь немногочисленные примеры, мы вполне можем продолжить дискуссию о том, какие ходы находит религия, чтобы проникнуть в политические дискуссии Европы. But before we go into this debate, perhaps general or very specific country-wise, I'd like to focus your attention and make a brief account of what happens in Central Europe.
Однако, прежде чем мы перейдем к этим дискуссиям, либо о конкретной стране, либо в общем, Войцех хотел бы сказать несколько слов о ситуации в Центральной Европе. Because to me it is much of a puzzle. For instance, Poland, I'm not sure what do you think about Polish religiosity and Polish society, but for many years it has been deemed as a Catholic and very religious one. Для Войцеха все это кажется большой задачей, потому что взять, к примеру, поляков. Долгое время поляки рассматривались как очень религиозная нация. This level of religiosity, measured by how many people attend masses and how many declare that they follow religious practice, in the beginning of the change in the 1990s was about 96, even at some point 96-97%. По некоторым опросам, если рассматривается такое, как люди сами презентовали свое отношение к религии, и, например, как часто они посещали церковь, то в 90-х годах примерно 96-97% людей говорили о том, что они католики. Today it fell down to about 60% and it's still falling. На сегодняшний день это число упало до, этот показатель упал до 60%, и он все еще падает. We just had John Paul II made saints in Vatican, but at the same time we have earned an anti-Catholic party with the official or anti-clerical party having its official ideology to fight religion back from the public sphere. С одной стороны, Иоанн Павел II находится в процессе причисления к святым. Уже причислен. Но с другой стороны, в Польше есть клирикальная партия, чьей основной идеей является выгнать религию из публичного пространства. Антиклерикальная. This sort of politics or this sort of debates you couldn't have 10 years ago. И подобные дискуссии было невозможно 10 лет назад. So think of that and imagine what can happen in the future. Подумайте об этом, попытайтесь представить, что может произойти в ближайшем будущем. But already the Prime Minister of Poland is using non-religious references he doesn't refer directly to religion, but he's using the terms and references directly connected to, for instance, Caritas, the Christian concept of love. Сейчас премьер-министр Польши напрямую не использует различные религиозные метафоры, однако в его речи проскальзывает весьма опосредованные ссылки к основным христианским понятиям. His opposition preferred to discuss how symbols of religion should be important in public life. И его оппозиция предпочитает обсуждать о том, как символы христианства должны быть и важны в публичной жизни. But it leaves the question whether we ever will become as secular as other parts of Europe. Возникает вопрос, станет ли Польша в будущем таким же светским государством, как другие государства Европейского Союза? Should it be our goal? Should it be our aim to do so? Должно быть ли это стать целью Польши? Будут ли вообще так делать? And how to respect and how to avoid mistakes from the other countries that followed such a path. А также о том, как избежать ошибок, которые сделали другие страны, пройдя по этому пути. At the same time, in other countries, as I mentioned, for instance, in Hungary. С другой стороны, в некоторых других странах, как, например, вот упомянул Венгрию. There is a growing tension between what is perceived as religion and the role of religion in politics. Существует
большое напряжение, противоречие в том, что касается религии и ее места. And there is a verbally explicit project to reinstall Christianity in political domain. И существует вербализованный, артикулированный проект о том, что необходимо возродить христианство в стране. Interestingly enough, Czechs, with whom I began as an introduction to Central Europe, Достаточно интересен тот факт, что Чехия, которую вы упоминали ранее в начале своей речи, have recently debated world-acclaimed book by Tomáš Sedláček on economy of good and evil. The Czechs debated a book mm-hmm. by Tomáš Sedláček. The title of this book was on economy of good and evil. Дискутировали по поводу выхода книги о хорошем и о плохом Томаса Седлачек. Добра и зла. Так, экономика. I'm not sure. Was it translated to Russian, to Belarusian? Sedlacek is an economist. He was advisor to Václav Havel. He's young. He's in his 30s. And I think Yale, several years ago, 5 years ago or so, named him as one of five top hot minds in economy. Сидачик экономист, которого примерно 5 лет назад Йельский университет позиционировал как одного из 5 крупнейших специалистов в экономике. He is advisor to one of the banks. Он является советником одного из банков. But he made his career through this book. Но его самый лучший успех пришел именно с изданием этой книги. In which he claims that again, seemingly rational sphere of public life, whether it's economy, numbers and money. Получается, что достаточно рациональная часть человеческой жизни, экономика, которая связана с большими числами. Is deeply rooted and takes quite a lot from different spheres of life, not on religion, but in its essence, it's in its bedding from religion, from religious terms. Но в своей сути она достаточно глубоко связана с другими сферами человеческой жизни и в том числе с религией. He said in 2008 or 2009, when was the book? I'm not sure. He was reflecting on the economic crisis in, you know, the global economic crisis, where and elaborated on the concept of debt. В 2008 или 2009 году, когда вышла его книга, он рассуждал о проблемах кризиса, который развернулся в мире и в Европе, а также о проблеме долга. The significance of what I want to tell you is that he put the questions of debt in deeply moral and religious perspective. То, что хочет подчеркнуть, вот, это то, что Сидачик рассматривал проблему долга с точки зрения морали и религии. This was as much as a shock to Czechs as perhaps this could be to Belarusians or some other liberal friends around. Это было достаточно большим шоком как для чехов, как, наверное, возможно, это было бы для шоком для любой другой нации, как, к примеру, Беларуси. But Sedláček rightly pointed out that even on linguistic terms, the concept of debt is strictly linked in Aramaic, Latin, and Greek to the concept of sin. И Сидлачик справедливо заметил, что с точки зрения лингвистики долг и в основных в латинском, арамейском,
древнееврейском языке, очень интересно связан с понятием долга. And he elaborated греха. And he elaborated on that and referred to the contemporary debate on economy. Он рассуждал об этой связи и выдвигал определенные теории. To sum up, I don't want to say that religion is coming back. Чтобы суммировать вышесказанное, вот так не хочет сказать, что религия возвращается. I want to say that religion is still there. А он хочет отметить, что религия все еще на своем месте, все еще там. And perhaps we should give it a second thought before accepting the concept that is only 200 years old of secularism. To understand the mechanisms and the trends in contemporary politics. И, возможно, нужно подумать еще раз, что секуляризму светскому государству всего лишь 200 лет, прежде чем обсуждать основные тенденции в развитии общества. И я буду давать слово. Ну, перш за все мы задаем питання, некі удакладнення, магчыма, а потім, може, некі репліки. Тому просьба притримлюватися ось такого порядку. Я би хотів знайти ответ на главный вопрос. Возможно ли какая-то в современных условиях какая-то демократическая альтернатива религии? Почему? Почему я задаю этот вопрос? Все религии, так сказать, и христианская, и мусульманская, они обладают огромными организациями, колоссальными средствами, в том числе материальными, органами массовой информации. А что имеет, так сказать, альтернатива, гуманистическая альтернатива религии? А ничего. Так вот, мой вопрос связан с этим. Возможно ли развитие альтернативы, гуманистической, демократической альтернативы всем религиям, в том числе и коммунизму как религии. Дякую, спасибо. Тут возник еще вопрос, есть ли необходимость? Контрвопрос. No, so I will try to, I'm not sure I'm answering this, but I will try to answer and say that there are countries, Nordic countries, Scandinavian countries, they have no reference to religion. In the way they are organized. And not, я могу по-польски, только если все хотят. Нет, почекайте, у нас порядок, да, потому что не все могут разуметь по-польски. Я вас записываю. Давай, записывай. Let's continue this way, а позже по-польски, при хербаче. Обожаю всех. Существуют северные страны, например, скандинавские страны, и в том, как они ведут свою политику, нет никаких отсылок к религии. And I don't think they need it that much. The religious reference in their respect is perhaps not necessary. Возможно, что в этом случае для них связь с религией и не нужна. But they're facing and they're meeting the need to answer to what is the role of religion in their society. Какова роль религии в их обществах? And it's not about history of our tradition, but it's contemporary demand from people who are religious, and they come and migrate basically to Sweden, to Denmark, to Norway, and they make part of their population, they make part of their culture today. И ответ на этот вопрос необходим не с точки зрения культуры или с точки зрения традиций, а для того, чтобы когда человек, религиозный человек приходит и становится частью этих общества, этих северных стран, именно для них, для этих людей нужен ответ на этот вопрос, для чего нужна религия и каково ее место в обществе. And to those countries, to those cultures, it's very often offensive to say of no importance or lesser importance of religion over public sphere, because to them it's to the contrary. И для этих обществ очень достаточно обидно.
действительно заявить о том, что религия играет меньшую роль, чем общественная сфера. Потому что с их точки зрения это наоборот. So I would just say that, again, even if we imagine, or even we see practical examples of such countries, we should be rather prepared that this will be challenged and this will be still discussed as a model of non-dominance. How did you say that? Yeah. Democratic alternative to religion. Если мы рассмотрим какие-то практические примеры, как, например, вот страны Скандинавии, страны Северной Европы, то все равно вопрос религии так или иначе возникнет. И останется большое пространство для дискуссий. Являются ли эти страны альтернативой, демократической альтернативой религии? Можно я так само задам питання такое? Ось ми казали про такі полночні країни, але не секрет, що в скандинавських полночних країнах є така з'ява, як державна релігія, тобто державна церква навіть, да? Там, де церква, вона фактично ось має такий статус, як максимум ніде в Європі. Ось. І при цьому можу сказати, що багато соціальні проєкти, які реалізуються в країнах Центральної і Сходньої Європи, вони реалізуються дякуючи фінансовій підтримці скандинавських церков. Ось. Як би ви потлумачили такі такую суперечную, да? З одного боку ви кажете про їх як про приклад зовсім не релігійних, але при этом ось роля релігії у тим ліку публічна вельми висока, не кажучи вже про те, що вот у лютеранської традиції, ось це особливо монархія, коли є монарх, да, от протестантське таке лютеранство чи англіканство, символічний лідер країни, монарх з'являється так само означає от релігійну організацію церкву. So I would have an easy answer to that, that Lutheranism and Calvinism wanted to escape politics and it withdrew religious reflection to the private sphere completely. But this movement that has already started long before is also meeting its limits today. So I'm not saying that there is no religion in Nordic countries. I'm just saying that it's not important, it was not important in public domain, in politics, for quite some time. But this is changing. На этот вопрос достаточно легко ответить, потому что и лютеранство, и кальвинизм, как религии, говорили о том, что вера – это частное дело каждого человека. Однако и этому уже приходит предел, и Войцех отмечает, что он не говорил о том, что, что допустим, северные страны, скандинавские страны, и для них не важна религия, и они представляют собой прямое, противопоставляют себя религии или, к примеру, являются демократической альтернативой религии. Нет, но долгое время религия не играла такой значимой роли в общественной, политической жизни, как, например, в других странах. Однако и это сейчас меняется. Прозвучало в самом начале такой момент, что религии нерациональны. Да? No, był element, który tego dotyczył. Oh, sorry. No, no, ja rozumiem, no. Ale jakby religie bardzo irracjonalne. Ja mówię, że вот как религия как идеологическая организация, да? У них прям вообще такой по пунктам все серьезно, очень много рационализма. Там, допустим, рациональность католической церкви отличается от рациональности православной церкви. Okay. Yeah, but I didn't answer that. Let's try to think on one aspect that I didn't define, and I think if I started to define, we couldn't have a real lecture. We could just have a endless talk on the definition, because what is religion? Это и очень интересное замечание. Вот отмечает, что аспект, который он не объяснил в своей
своей речи, потому что если бы он углубился в подробности, то лекции бы не было, получился бы спор о терминах. Нам необходимо ответить на вопрос, что такое религия. To cut it short, is it organization? Is it prejudice? Just like, you know, stupid people think of stupid things. Is it just social performance? It's just how societies usually get organized, and we don't know why. It's just like everybody wants to eat. It's just like a function of a society. Or maybe there is something more to that, and we can ask the question that I believe is at the roots of religion. It is a question of transcendence. I mean, if there is, the question, what's after death? Это ли, разумеем ли мы под религией только организацию? Возможно, какие мы считаем, что религия — это предрассудки каких-либо необразованных, например, людей. Либо это вариант поведения общества, например, какая-то социальная функция. Или, возможно, под религией мы подразумеваем нечто трансцендентное и ответ на как бы один из таких антополагающих вопросов, есть ли жизнь после смерти. And I'm particularly not interested in organization part of the religion. I am aware of it, and it exists. There is Vatican, there is, I don't know, the Moscow Orthodox Church, there are different strictly political organizations. But when I speak of religion in politics, I don't mean the political agenda of political representatives of these churches. А вот их они интересуют религии с точки зрения существующих организаций. То есть он осознает, что существует Ватикан, Русская Православная Церковь, однако не это является в фокусе его внимания. Для него важно то, как это влияет на политическую сферу. So my mind is more set on religious practice, religious faith. The kind of sociological approach, but with philosophical angle, with this question that you still don't know if this faith that you're talking about is real, that is basically true, that there is God, or there isn't. But I put it into brackets, because this is again a question you cannot really discuss, and specifically not at a lecture. But I would rather focus on the social aspects of faith, how it is demonstrated. Вотика в большей степени интересуют религиозные практики. Сам вопрос наличия либо отсутствия веры. Его интересует социологический аспект всего этого, как тот факт, что человек верит или не верит, влияет на какие-то принятия политических решений, политических решений. Okay, so I'm sure we are here lost in translation. So, but I hope you got it. По поводу обращений политиков, ссылок политиков к религиозной теме, к Богу. В Беларуси, например, наш главный политик Александр Григорьевич открытым текстом говорит, что церковь должна написать идеологию для государства. Вот, это несколько раз произносилось. Вот, считаете ли вы, что может быть в Европе обращение политиков к религиозной теме, но это более культурный вариант такого же призыва, который прозвучал у нас в Беларуси? То есть Европа чувствует отсутствие какой-то базы для объединения, отсутствие базы для идеологии определенной. И политики начинают как бы возвращаться к этой теме, потому что им нужна обоснованная, если хотите, сакрализованная идеология. А может, это просто инструментализация религии, неких религийных символов, просто для отрывания некой популярности? Угу. Ну, это уже вопрос про рынок политический. Есть верующие, надо... Да, то есть, да, так реверанс у Бог верников, как они порадовались, что про их памятуют. Но здесь вопрос про сакрализацию власти. Угу.
недостаточно эффективных решений, решения должны быть еще как-то лучше. I think that sacralization of politics is a theme that we know from beginning of 20th century, and also other instances in history. But this is funny. Basically, it's on one hand it's boring because nobody is going to read it, and it's funny because nobody is going to treat it seriously. But I would rather like to point out to examples when it actually makes sense to link religion and politics. And this is a question, and this is an example from secular friends. When they were debating new laws on biotechnology and bioethics, they were not referring only to secular philosophers, but they were also inviting different authorities from the side of the Catholic Church, of the Protestant churches that existed in France. So to some questions and to some ideology writing for the state, new lawmaking in practical terms, I don't see why this should be mistrusted to use religious reference, but not as the only one, of course. Головный политик. Мы с начала 20-го столетия предпринимались попытки сакрализировать власть посредством религии. И с одной стороны, касательно того, чтобы церковь писала идеологию, с одной стороны, это скучно, потому что это никто не будет читать. С другой стороны, это забавно, потому что вряд ли кто-то отнесется к этому серьезно. Хотя Войцех отмечает, что есть ситуации, в которых вполне возможно, что религиозный аспект также может оказаться полезным. Например, когда во Франции обсуждались новые законы о биотехнологиях и биоэтике, была важна не только позиция различных, скажем так, политических сил, но также и позиция различных религиозных групп, например, католиков, протестантов. Таким образом, Войцех отмечает, что в некоторых ситуациях, мы не говорим в общем об идеологии государства, но в некоторых ситуациях, например, создание новых законов в ограниченных сферах, почему бы и нет. Нельзя отвергать возможность религиозного аспекта, религиозного влияния. I would say it's important to consult and include in this discursive practice, but not to follow it as a law. Возможно, включать точку зрения, скажем, религии на такие вопросы важно. Ну, конечно, не следовать этому как закону. А когда пан Войцех последний раз исповедовался? Дело в том, что сейчас же великодный период, пасхальный, и каждый католик обязан исповедоваться хотя бы один раз в год. На Пасху исповедуется. А почему он обязан быть католиком? Да, давайте, я думаю, что такие пытания, напевно, в приватном порядке можно задавать, потому что в публичной сфере, я не думаю, что это отповедно. Это почему публично? Может, он одразу нам повинен... Быть публичной верой? На что? Может, он еще повинен публично посповедаться о своих грехах? Да, давайте. Потому что, на самом деле, ответ немножко не в той. Предыдущий вопрос касался того, что сакрализация власти связана с тем, чтобы придать эффективность неэффективному политическому менеджменту. То есть в данном случае, насколько я понял, суть вопроса заключалась в том, что церковь или несколько церквей, как если государство, скажем так, или общество многоконфессиональное, способно придать некому непопулярному, неэффективному политическому решению какой-то метафизический статус. Я б хотіла ще так само додати, що от та дискусія, до якої ви зверталися, Хайбермаса і Ратцингера, вона була у ніякому сенсі отказом на питання конституціоналіста, німецького конституціоналіста Беккенферда, який казав про те, що ліберальна демократія, яка існує зараз там у Західній Європі, яка стала такою моделлю, яка перемогла от у політичній речейсності, вона не має під собою ніякого фундаменту, і
вот эта секуляризация привела до того, что, ну, это, конечно, як речь сама у себе, і питання, ці треба знайти некі каштовності, які будуть якби підпитувати ось гетую форму ліберальної демократії. Да? І я думаю, що це питання так само, воно вже не про ліберальну демократію як систему, але хоча й про конкретні політичні проєкти, політичні дії конкретних політиків. Чи може релігія підпитувати їх? Або ці повинна. Ці повинна, да. Особливо влічуючи те, що гэты, наприклад, ось такі ось заходи влади, і вони можуть бути відавочні до тих, хто з'являється ієрархами. Що сенс не у тим, що я не справжні вірники, а у тим, що їм необхідна... Легітимність, да? Для легітимації. Для легітимації. По сутності, це просто маркетингова стратегія. When you address the question of political marketing, but even not even marketing, the political language, you get easy answer because many claim, and I think rightly, then politics, political language has to be rooted in something deeper. I mean, it's obvious that you have religious references in your language because you want to touch on this common denomination that is not politics. Politics is about division and plurality. But when you want to address, you know, when there is a president, and it doesn't have to be in Belarus, in any other country, the address to the people or a speech to the people will try to find a common denominator. And that is, and very often is, of a religious background. I'm sure you can do a study and analyze, and each time you will find some religious reference. But to me, there is an obvious borderline. I mean, my preference is to the public sphere, and to the limit of discussing faith and individual preferences, and also control of the politics over that is. By public also over individual preferences, and this limit is your question. I'm saying I'm not answering it, because it's a root question in democracy. На этот вопрос, на ваш вопрос очень легко ответить, если проанализировать политический дискурс, политический язык используем. В целом, когда мы говорим о политике, политическая сфера — это разделение властей и плюрализм. Однако в любой речи, когда политик обращается к народу, он пытается найти с ними какие-либо общие позиции, общие места, нечто общее с аудиторией. И очень часто таким общим местом становятся какие-то религиозные основы, какие-то религиозные мотивы. И это естественно. То есть в языке политики закладывается уже что-то, какие-то отсылки к религии. И Войцех, в общем, говорит о общественной сфере и о том, какое влияние играет, где о корнях общественной сферы. Таким образом получается, что ответ на ваш вопрос Войцех не дает, потому что он имеет на это право. И в демократичном громадстве такое питание получилось трошки грубоватым. Почему оно грубоватое? Ну, у демократичного громадства такие питания... А почему демократическое общество должно быть нормой, тогда вопрос? Потому что альтернатива ему приводит к тому обществу, в котором мы сейчас живем. Нет. Но есть пример Сирии, замечательный, где идет жестокое религиозное противостояние, нормальное, ну и все. Ну, там альтернатива или будет... диктатор Хафиз Асад Алавит, ну, который будет опираться на алавитов и христиан, или придут суннитские отморозки, салафитские, которые устроят большой джихад. Это питание регионально не попадает в нашу тему, потому что у нас тема про Европу покуль что, и мы тому обнажуемся как бы географичным регионом. Хочется сказать, да? В религии
есть очень хорошие инструментарии власти и управления людьми, которые очень удобны для политиков. Например, просто, например, так может быть очень, ну, не примитивно, но одна из цитат. У нас, когда я просто сама католичка, была очень активна в католической церкви один период, особенно в период становления, вот как раз конец 90-х, да? И как раз тогда был такой период конфликта официальной власти с католической организацией. То есть наш президент более, как выразил, ну, сочувствовал православным, нежели католикам. У католиков были некоторые политические проблемы. И вот, чтобы не разжигать как бы негодование католиков, да, епископ часто повторял, цитировал, не помню, апостол Павел, послание апостола Павла, не помню кому, но там есть такая штука, любая власть, какая, откуда бы она ни пришла, какая бы она ни есть, она есть от Бога. Ну, то есть сопротивляться мы ее не имеем права. Это один такой, такой очень простой момент. Но еще одна интересная такая история о том, что ведь церковь играет такими инструментариями, как стыд, как моральное поведение, как семья есть ячейка общества, да, то есть изначально католик приходит в церковь из катехиза, его выстраивают в идеологии. Эти те позиции, которые очень выгодны государству, допустим, нашему государству на данном периоде, да, чтобы сохранять семью как ячейку общества, не допускать там разводов, разъездов и так далее. Ну, по-моему, очень удобно, нет? Да, ну, по-моему, как раз инструментарий-то есть, или он что-то не працует. Мы видим, что как бы и католики разводятся, и православные разводятся, и как бы церква примусить людей быть разом, коли она не хочет, не может. И навод, коли взять там приклад Польши, який часто приводится, что там католицкая церква выступает супроть контрацепции, да, ти шмат вы бачили такой демографичный уздым у Польши, что семьи, шмат детей, да, все равно нема такого, да, то как бы все равно церква спробує нечего научить, да, спробує неким чином попливати на людей, но это не значит, что это реально працює, и что но люди реально... Ну, они есть. Ну, в смысле, если ты был в церкви, ты понимаешь, о чем идет речь, когда тебя призывают к тому или иному, там, trip of life. А если ты не был в церкви, то это как бы вызывает шок, да, те же вопросы контрацепции. Ну, понимаете, о чем я говорю? Не очень. А? Как бы, так... It's an interesting question, but then again, if you discuss it as only religious practice, then I think it's wrong, because it exists in every human organization, regardless if you take religious aspects of, in it or there are not religious aspects. If you take soldiers, they have all sorts of social constraints, manipulation, subordination, things they have to obey, and it's based on some convenance and discipline. There are different other forms of social organization that can be described in the same sense. So I don't think religion here is of particular importance. The downside of this is that we believe or we hope that in religious organizations there would be no such kind of politization or manipulation within these organizations, but you know. Ну, може, приклад з солдатами, це якраз такий приклад, який з армії, да, от з таким жорстким способом дисципліни, він не зовсім удалий, тому що він сприйде переунову як релігійну організацію з армії, як от той же відомий політик у нас сказав, що після його є два інститути, які завжди мають громадський довір, це церква і армія. От, ну, коли ми візьмемо більш відкриті такі академічна супольність, да, от якби... Я вже тільки не зробила. А, такое резюме сделать? Я забываю про переклад, даруйте, коли ласка. Так, вы сможете, ну, может, сможете перекласти, да? Я вас сбила уже. Маленькое резюме на то, что... Наставим, так. Что Войцех каже про то, что, в принципе, любая социальная организация, якую мы там не возьмем, он взял приклад солдатов, но это может быть інша любая организация, есть механизмы,
тримати цю організацію ніякої супольності, ніяким чином... Але може бути теж інша організація, не тільки солдати. Да, може бути університет, академія, то теж всі ті механізми, які знайдете в кощеві, в церкві. Що просто, да, любі супольності, вони організовані з такими механізмами, і якби, якщо є механізм, є супольність. Наскільки необхідна зв'язь між християнством і консерватизмом? Поскольку в Центральной и Восточной Европе мы видим, что христианство переплетается, я не знаю, если там Урбана взять того же в Венгрии, но понятно, что эта связь, наверное, все-таки не такая уж необходимая, потому что мы видим, что церковь может и в другом направлении работать, да, там, сегодня. Well, again, it's a trip to 19th century, because it's a link started by someone that inspired Carl Schmitt, Donoso Cortés, a Spanish El Conservador, who at that time of beginning of socialism, beginning of liberalism as political ideology, claimed that there should be yet another one, but not conservatism, but Catholicism. And his ideas were taken by Pius IX with the doctrine of infallibility of the Pope. Непогрешимость Папы. And this marks the moment that religion and Christianity in particular is so much linked with conservative ideology. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо опять же обратиться к 19 столетию, когда консерватизм как зарождался как политическое течение, и его основатели говорили, что у консерватизма есть одно из таких важных оснований, это католицизм. Но этого можно сюда приложить и решение Папы Римского Пия IX о непогрешимости пап. Все это способствовало тому, что на сегодняшний момент консерватизм и христианство рассматриваются в связке. Но неоконсерватизм осуществляется на либеральном порядке. При том, что именно консерватизм 19 века представлял себе тотальную секуляризацию и безбожность. Потому что именно для Жозефа де Местре и всех прочих товарищей церковь была в первую очередь определенным таким институтом, посредством которого может существовать государство. То есть некая такая вот каркас такой. Это, и они мыслили уже государство исключительно в таких вот, так сказать так, не столько метафизически, только весьма-весьма секулярно. No, you're right in this sense that most of people, like Edmund Burke, Lord Acton, even if he was religious, in public life, they didn't want to refer to religion. They preferred tradition, history, continuity, family, private ownership, and so on. But I would claim that religion was still at the very bottom of their political ideology. Ну, исторически это понятно, а сегодня насколько эта связь необходима? Об этом был вопрос у меня. I think that James Cameron is true when he says that Jesus Christ invented big society. I think he thinks this way. He's just the first person in London as a prime minister to come out and say it loudly. Tony Blair was Catholic, but he never mentioned that. For many reasons, maybe also because he was from Labour Party, but Cameron just did it. Orban also just did it, even though in Hungary Catholic Church was quite strong before. So I think when conservatives speak about religion, this is not political marketing, but this is their belief that it should be so. Interesting is that they want to bring it up to public debate. It wasn't the case for many years. You were quite wrong. Yeah. Так, что касается связи между консерватизмом и христианством сейчас, в настоящее время. Войцех считает, что когда
политики, консерваторы говорят о, там, о своем отношении к религии, это не политический маркетинг, они на самом деле так думают. Когда, например, Кэмерон говорит о том, что Иисус Христос изобрел большое общество, он действительно так считает. И, к примеру, интереснее всего то, что именно сейчас этот и вопрос отношения политиков, некоторых политиков к религии озвучивается. К примеру, Тони Блэр был католиком, однако в своих публичных речах он никогда это не озвучивал. Вполне возможно, потому что он был из лейбористской партии. То же самое касается Урбана. Вполне возможно, что он действительно так считает, это его отношение к вере и к религии в целом. И что касается вашей ремарки, Войцех абсолютно с вами согласен. И те люди, которые стояли родоначальниками консерватизма, да, они не говорили о религии, они в большей степени говорили о традициях, о семье, о других вещах такого порядка. Однако Войцех считает, что в основании всего как бы все были религиозные мотивы. Конечно. На каком-то этого понятия big society. Mm-hmm. Можно больше. Что это некое понятие, можно про это больше рассказать. И другое, это про. Ты правильно я разумею, что скажем, у божести выпадков этого гортания религийных, религийности в разных национальных контекстах. Это неким чином связано с кризисом. И это не обязательно связано с кризисом. С кризисом В угоду с кризисом. Да, может быть, просто сказали про кризис 2009 года и модель экономического там, кризиса, как оценивается у религийных категориях. Кстати, для меня пытание, проблема кризиса. Экономичного, там, морального. Нет, очень цікаво. Это very interesting. Что это такое? I will not bore you with the big society. It's a new concept developed before elections for conservative party in United Kingdom, James Cameron, to bring together society using these deliberative practices, local communities, empowerment, putting emphasis on city, urban, small communities, also development, so on. Now, I mean, it's a political ideology, it's a political concept, how he wanted to drive the country when he wins, but I'm sure you can find more on the internet. It's interesting. It's actually interesting, and it has been much criticized. I'm not saying it's working, but it's still the point of reference for the contemporary politics. Translation. Пропагандировал, который продвигал Джеймс Кэмерон перед выборами, о том, он касался, он действительно был, как любой политический проект, необходим для сплочения нации, для различных маленьких городских сообществ в рамках более широкого Соединенного Королевства. The second question, I think it's very interesting. One of the things, if you think historically, on one hand, when religion re-emerged, it was in the times of Peril. Когда это очень интересный вопрос. Вы можете размышлять над тем, что обычно религия, интерес к религии возрастает во времена бедствий. So I believe human species is a species that always wants to get more, get up, get more, you know, just it's a normal thing. But the reflection usually, of course, comes when there is a plague, lots of death, there is war, there is uncertainty in life, and then people simply reflect upon their existence.
And they come to these questions of transcendence, these very religious questions in nature. Обычно люди возвращаются к вопросу непознаваемого, трансцендентного во времена войн, эпидемии чумы, каких-то больших значительных бедствий. Именно тогда им приходит в голову размышлять и призадуматься над основополагающими вопросами в бытие. And it comes to individuals and to societies. И это имеет отношение как к отдельным личностям, так и к обществу в целом. Дякую. Колись, от коли у нас був кризис, так само у нас кризис зв'язаний з ростом доляра, да, євро, коли у нас різко виросла валюта, її нельга було купити, було такий кризис у громадстві. Ми там в православній церкві все чекали, де ж прийдуть гати натовпи людей, які хочуть, щоб ми їм допомогли в цій кризисній ситуації пережити, або долярами допомогти. Навіть деякі там державні служби, деякі спеціальні, скажімо так, служби, вони зустрікалися зі святарами, були такі зустрічі, і казали, що святари, що їм треба супокоювати людей, тобто вони якби думали, що от зараз люди прийдуть з тими своїми питаннями, святари будуть їх супокоювати. Але на самій справі там люди ніяк особливо активно нікуди не пішли, хоча їх все чекали. Спеціально кризис устроили. Вполне возможно, що це не був такий кризис, когда нужно было, когда люди могли пойти. Но это не война, ничего. Люди стояли у чергах, у таких чергах стояли, спали при каля валютных этих пунктов продажу валюты, да, тысячи и тысячи людей, які сапраўды это был кризис. Мы могли это назирать просто вот у социальной сферы. Более серьезных запасов продажи. Вот буквально полгода назад чуть не погиб коллега мой, с которым я работал на протяжении 3 лет. У меня первая мысль пойти была в костёл, это сразу весну, то есть. Потому что когда ты видишь, кажется, где-то смерть, когда далеко, но когда ты видишь, когда прямо у тебя на глазах человек практически может, ну, инвалидом остался, погибнуть, у тебя таких мыслей не возникает, что делать, то есть одна только дорога ведёт. Ну не раз, да, зрения разные. Доллары как-то могут быть, могут не быть. Справжні у долярах, а справа у тим, що якби люди ніяким чином, от я не навіть коли ми візьмемо специфічно релігійні черги, да, черга, наприклад, нас привозили дари волхвов, так звані, і по ніяких оцінках там 500 тисяч чоловік за кілька днів, вони до цих дарів волхвов стояли, люди навіть помирали у цій черзі, мороз був мінус 25 градусів, і вони стояли і для того, щоб поклонитися святиням, яких місяць тому вони ніколи не чули навіть про такі святині, але вони стояли. Але при этом, знову-таки, то, что люди стали больше религийными, нельзя сказать, как бы, что стали куплять там Библию, раптом захотели купить Новый Заповед, пришли там до святаров, некого наплыва после вот этого массового мероприемства как бы не было. Хотя люди, они всей своей истотой, да, ну, то есть отстоять на морозе 10 годин, это треба иметь некую энергию, мужа. Как бы ты оценил, какие социальные, культурные, возможно, политические процессы стоят за вот этим изменением, уменьшением количества верующих, подрастание количества неверующих? First of all, migration. 2 million people left. That's one thing. Second, it's like a pendulum. When 97% of people, you know, declare faith, then at some point when they are free to choose, maybe they will change, experiment, try something else. And third of all, we have the same church leaders as well as political leaders for the last 25 years, and this is just too much. Mm-hmm. I mean, they are hard to bear. They are hard to listen. That's it. Примерно три основные причины этому. Это, во-первых, это миграция, около 2 миллионов людей покинули Польшу. And this migration just means the people just meet other religions. They open. They cannot follow traditional ways. И миграция означает, что эти люди, которые уезжают из страны, встречают других людей, встречаются с
исследователями других религий, они узнают что-то новое, и, возможно, они либо не могут следовать своим религиозным практикам. С другой стороны, когда мы говорим, что 96-97% в 90-х годах позиционировали себя как верующие, это примерно ситуация маятника. То есть он в наивысшей точке своего движения было 96-97%, теперь маятник пойдет в другую сторону, потому что большое количество людей пытаются воспользоваться свободой, мыслить свободой, пробовать что-то новое, возможно, изменить свою точку зрения касательно религии. С другой стороны, в церковной иерархии не часто меняются церковные иерархии, примерно одни и те же за последние 25 лет в Польше, и это как бы всем надоело. That means they were good 25 years, 30 years, 40 years ago. Their message was needed, but they didn't change this message since then. Их то, что они говорили, их точки зрения, их позиция 25, 30 лет, 40 лет назад удовлетворяла общество, была правильной и популярной, но, как бы, к сожалению, она не, эта их риторика не изменилась, и она не соответствует сегодняшнему дню. They offered asylum from repression of political ideology, but they still want to fight some ideology. So recently, Polish bishops declared a letter against gender ideology. So they are fighting new enemies. It's just not up to date. Они, там, 30-40 лет назад, они предлагали убежище от идеологии. Однако тогда это было актуально и пользовалось популярностью, и интересовало прихожан. Но как бы их риторика не поменялась. И, к примеру, недавно один из епископов написал письмо о борьбе с гендерной идеологией. То есть риторика осталась той же, и она не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Все к гендеру относятся негативно. Я очень До речі, після ВДГТ і Євровідення в Русской православной церкві заявили, що глядячи на те, як співає Кончіта Вюрст, Європа губляє свої християнські каштовності, доходить своєї християнської ідентичності. Вот, і нас, напевно, нам допоможе заховати ідентичність тільки Вірка Сердючка. Я думаю, що треба на її робити ставку, тому що вона православна. Да. Вот по поводу названия лекции, может быть, здесь вначале договорилось, мы опоздали. Вот. Религия и секуляризм. Вот. Что такое секуляризм в этой вот лекции? Мы чаще употребляем, у нас чаще употребляют слово, скажем, секулярность. Секулярность и вмерщение. Вот мне в данном случае, что, скажем так, хотелось у вас узнать. Вы здесь религия и секуляризм, у вас здесь это антонимы, просто какие-то параллельные понятия. Потому что вот, я объясню, как бы, что для меня больше в слове религия. Мне кажется, если говорить про религию, то лучше говорить про нечто интимное. Это очень внутренняя вещь. И для меня религия смещается в сторону религиозности. Когда говорят слово религия, чаще употребляют как некий феномен культуры понятия в данном случае. Есть, и здесь эта связка тоже, как бы, она в привязке, как бы, в целом к культуре получается. Потому что секуляризм очень такое, очень-очень сложное. I think I answered the question of religion, how I prefer to discuss it to your question. So the question of secularism only. There are two definitions, understandings of that. One is integral definition, and the other is secularism as exclusion. I was. По частям переходить. Ну как Войцех относится к религии, он ответил, отвечая на ваш вопрос. Повторяет стоит то, что он подразумевает под секуляризмом. Существует два определения секуляризма.
скажем так, подход общий, и рассмотрение секуляризма как исключение. So I was discussing integral secularism, that is the notion that public sphere should remain neutral, but allowing different faiths to have their manifestations. Войтех рассматривал секуляризм в этом общем, всеобщем смысле. Он таким образом секуляризм заключался в том, что публичная сфера должна остаться нейтральной, однако учитывать различные религиозные верования. But there is another notion of secularism, very often confusing, that people are less and less religious themselves. And that kind of secularism is, I believe, this notion is not valid. Существует второй подход к секуляризму, который заключается в том, что люди все менее и менее религиозны сами по себе. И вот с точки зрения Войцеха, вот именно такое рассмотрение секуляризма не имеет значения, не рассматривается его легко. То есть секуляризм у вас здесь политический термин? Партии, да. Но есть еще третий, напомню, подход до секуляризма. Это то, что митрополит Иларион Алфею из Русской Православной Церкви называет такой militant secularism, да, секуляризм, який, вот вы сказали про то, что есть нейтральная публичная сфера, а у ее присутничают все религии. А есть секуляризм, який бачит так само сферу в эту публичную нейтральную, где не присутничает вовле религия, да, как бы она в публичной сфере вовле не повинна присутничать. Именно это таким чином он оценивает то, что зараз отбывается у Западной Европе. Это спроба вытеснуть как бы всю любую религию из публичной сферы. Идеология заведения религии из публичной сферы в приватную целиком. И то, про что так само католические иерархи часто говорят про вот это секуляризм. Ну, и политический католицизм тоже есть. Вы казали про, задавалось питание про то, что у Польши становится все меньше католической, так, а летом не меньше. Я упомнила, что коли будут некие президентские выборы, то Поле в житии не будет так, что у Польши будет православный президент, президент атеист, ти президент, на теперешний момент, да, ти президентом, например, протестант. Вот это самое цікаве и у наших, в інших країнах, например, коли у Беларуси были президентские выборы 2006 года, внутреннее возрастейшение, пустилася чутка, что Милинкевич он католик, и это был один из основных аргументов того, что люди, часть людей не голосовала, так, за его, потому что того, что нам католический президент. То же самое, снова мы глядим на подеи Украины, так, и там могут по-разному глядеть люди, а это не меньше, не звертают увагу на то, что это там, я ценю всех то, что он баптист, а до протестант. Нет, Турчин. Но тем не меньше, Турчин, так, что он там... Турчин на 1%. Вот это время цикал он, что у Беларуси, он есть баптистом. Почему это становится время важным? Когда думаю про наше громадство, то навряд ли белорусы, допустим, на теперешний момент там протестанты, эти католикати, еще кого-то, им треба титульный, как бы, президент был обовязково титульный какой-то религии, так? И это интересно, потому что, с другой стороны, ты подумаешь, ты видишь, что человек там православный атеист, еще кто-нибудь, это не важно, он там был в православии, да? Там, и люди не задумываются, насколько он заправду там уцерковленный в своем жизни. И вот это интересный инструмент, да? Mm-hmm. То же самое в России, навряд ли туда пройдет мусульманин, хотя там где абсолютно смешная национальная нация, да? И вот мне интересно, как вы думаете, с максимум в Польше, уличивая то, что оно включилось в Европу, very good question, and there are several answers. I'll try to make three points. First is very basic. We counted how many times current President Komorowski mentioned or put in the phrase, "I am Catholic, and therefore I think that blah blah blah." I think it was 16 too many. Это очень интересный вопрос, отвечаю на него. Первое.
Было подсчитано, сколько действующий президент Польши использовал в своих речах отсылку к собственному вероисповеданию, например, обосновывая какие-либо свои политические взгляды. К примеру, говоря, что я католик, я католик, и поэтому меня, поэтому я считаю так-то, или я католик, поэтому я думаю так-то. И это было 16 раз, и поэтому это намного. During the political campaign. Во время политической кампании все это происходило, то есть это за достаточно конечно минуту. But maybe that means that we are still a little bit okay. Maybe it doesn't mean anything, but it's just like an answer. Second point. I don't think that we will necessarily always elect presidents who are of this particular faith, because historically it was not always so. Our prime minister was Protestant, Jerzy Buzek, he was the then the chairperson of the European Parliament. Они считают, что всегда будет именно так, что главой государства будет именно представитель католической, исповедующий католицизм. К примеру, Ежи Бузок, то есть не всегда в истории Польши ее лидеры или ведущие политики исповедовали католицизм. К примеру, Ежи Бузок был протестантом. And thirdly, I'd like to make a reference to the book by Robert Putnam and I don't remember his name, Campbell, whoever, Robert Campbell, let's say. I'm not sure if Campbell is Robert. American Grace. And this is a study on America, but I think it translates universally because culture and discussions are global. And they are discovering that in the middle of 20th century it was important that Kennedy was Catholic, or I don't know, some other president was of this, he was evangelic or he was not. But today there is a difference, they find by study, by comparison, that there is a different preference, the distinction, more important distinction. If you're religious at all or you're not. And that plays, and now this kind of distinction plays more important role, at least in America, and maybe also this trend follows in other countries, including Poland. Вот цитирует книгу Роберта Дэвида. Благодать. Американская благодать. И в этой книге описываются, были проведены определенные исследования, что важно для людей. И, например, если в середине 20-го столетия было важно, например, что какой-то определенный политик является евангелистом или, например, приверженцем католицизма, то на сегодняшний момент более важно, религиозен ли он в принципе, то есть разделяет ли он какие-либо религиозные верования, либо нет. Естественно, что это как бы касается в книге, касается в основном США, однако Мойза считает, что вполне возможно, что эта тенденция может быть рассмотрена и в глобальном смысле, и на других мировых сообществах. Христиан. Здесь никого не интересует на самом деле никакая карьера, просто человеку нужно какая-то, когда он выбирает политика, ему нужно чем-то ассоциироваться с ним, зацепиться за что-то, что будет общее с ним. И вот какая-то возникает какая-то такая вот соединение в таком плане, ну, какое-то ментальное, какое-то по религии нет вообще вопроса, мне кажется, вообще. И в том числе, кстати, вот это вот то, что на базе того, что просто религия, это то же самое, только на другом аспекте, то же самое. Опять же, человек чувствует себя немножко религиозным, и вот это тоже есть за что зацепиться, это тоже религиозно. Я его могу понять. А так вот, конечно, мы просто, нам тяжело, допустим, пришел мусульманин, допустим, мы не совершенно другая, ну, как бы, культурная, какие-то приоритеты. Тяжело этот человек это воспринимать. Он боится этого чужого. Просто это ксенофобия фактически. Фактически ксенофобия. Но религия дает серьезную электоральную прибыль.
что сейчас в Европе наблюдается такая тенденция движения к экуменизму. Есть такая организация, ТЗ. Ну, есть. Да, да. И тут прям очень всем нравится. И даже в Беларуси наблюдается вот эта история в том, что, допустим, на католической миссии присутствует православный священник. И обязательно говорит речь в конце. Вот. Это просто дали уже. Да, да. И не один, и навык не два. Они просто маскируются. Она не имеет никакого отношения к православию. Да, не будем. Это чисто дежурная, чисто дежурная. Да, мы не будем зараз их бы... Тем не менее, а она раскрывается у нас, ее даже нигде не печатают. Ну, ясно. Никакого отношения к самой ментальности не имеет. Ну, допустим, в Восточной Беларуси католику нельзя войти в православную церковь. Давайте мы уже на сегодня подякуем нашему сегодняшнему выступовцу. Подякуем перекладчику.